Привет, мои хорошие! Сегодня у нас среда, 19 апреля. Я уже с утра кучу всего переделала. Потушила печень с луком и добавила кокосовое молоко. Сделала огромный тазик окрошки. Я добавляю каждому в тарелку сыворотку, сметану, горчичку и соль. И лимонный сок еще я добавляю. Сделала себе и Леше яичные маффины с кабачком. А здесь тушу морковь. Там отварила вторую часть печени. И будет паштет. Ой, кекс соскучился за Руколой, скажи, да? Ой, кексик соскучился за Руколой. Она такая горькая, но кексу нравится. Это не лежанка, это игрушка. Алиса улеглась. Да? Сегодня солнышко вышло, тепло, хорошо. Все тут практически. А Денис на подоконнике лежит. Вот он, красавчик. Мерси, ну не рви ее, пожалуйста. Мерси. Играть надо, не рвать. Как мужлан. Самая сообразительная кошечка. Говорят же, что сфинксы самые умные. Вот, пожалуйста. А кекс наблюдатель. Половина первого. У меня будет такой завтрак и обед. Яичные маффины с кабачком. Рыбку доедаю. А салатик
и кусочек сыра безлактозного и чай с лимоном. Всем, кто кушает, приятного аппетита! А в Лёше вот такой завтрак. Чиабатта с сыром, колбаской, салат, маффины, творог, сметана, джем и тоже чай. Вкусненько! Соня завтракает сама рано утром. Не так, как мы половину первого. Так, ребят, хочу отчитаться перед вами. Все корма доехали в Торецк. Мне уже ребята поприсылали видео. Я выложу и на канале, и в ТикТоке, что все корма, 6 мешков, все доехали. И вот сейчас наконец-то нашла время. У нас оставалось 1500 гривен. И я заказываю в Розетке антигельминты и препараты, капли от блох и клещей и для собак, и для котов. Вот. Все оно, конечно, стоит недешево. Вот получилось у нас 3 упаковки по 10 таблеток от глистов, 300 гривен. Капли для собак мелких пород от 4 до 10 килограмм. 3 пипетки я покупаю. Дальше тоже таблетки по 2 штуки, 3 упаковки для мелких собак. Это от глистов. Дальше капли от блох и клещей для больших собак, тоже 3 пипетки. И капли от блох и клещей для котов, тоже 3 пипетки. Вот получилось у нас на 1548. Заберу бесплатно в пункте выдачи Розетка и потом отправлю на Торецк Укрпочтой. Так, оформляем. Пришло время кушать окрошку и хочу рассказать, как я ее готовлю. Все очень просто. Картофель, яйцо, огурец, колбаса. Можно колбасу заменить куриным мясом. И много зелени, много зеленого лука, укроп, петрушка. Иногда редиску добавляю, тоже очень-очень вкусно. Дальше заливаю потом это сывороткой. Добавляю лимонный сок, сметану и горчицу. У нас с хреном мы вчера покупали. Все, и соль по вкусу. Можно еще перчик черный добавить. Очень-очень вкусно получается. Когда нет сыворотки, мы берем минеральную воду с газом. И все то же самое. Сметана, горчица, лимонный сок и соль, перец. Всем приятного аппетита! А кто вышел на прогулку? Фиксик уже требует. Мы собираемся, он уже возле двери стоит, прыгает, крутится. Мать, берите меня с собой. Кофточка вчерашняя с прогулки не высохла, поэтому одели новогоднюю. Все скоро Новый год. Да, все остальные у нас в Торецке. Надо попросить, чтобы привезли. Ему еще пару кофточек передали. А теперь гуляем. Идем на новую почту. Забрать нужно посылки. Моя стоматология уже приехала. Обожаю этот магазин. Вчера заказала, сегодня уже у меня. Куда ты, Фикси? А, извините. Мы уже дома. Хочу сделать распаковку товаров по стоматологии. Может быть, кому-то это интересно. Но в первую очередь это интересно мне. Так, начинаем. Пломбировочный материал Градия. Классный. Один из лучших для меня. Для восстановления в основном центральной группы зубов. Классная цветопередача. Стойкость цвета. И классно полируется. Дальше. Эндогель. Это гель для лучшего прохождения корневых каналов. Он является как бы смазывающим элементом для инструментов для лучшего прохождения.
Дальше. Девилат – это паста безмышьяковистая для девитализации пульпы. Ну, грубо говоря, убивает нерв. Вскрывается рог пульпы, пульповая камера, туда кладется это лекарство, и зуб перестает болеть при пульпитах. Дальше гель травильный. Он наносится на эмаль зуба перед постановкой пломбы, перед нанесением бонда. А дальше кафайлы. Это 10 размер. Это 15 размер. 20 у меня много. И еще я заказала 25 размер. Это все иголочки для прохождения, для расширения корневых каналов. Дальше бумажные пины. 20 размер. Конусность 4. Конусность 2. 20 размер. И 35 для широких больших каналов. Бумажные пины используются для того, чтобы абсорбировать влагу из канала, просушить канал перед пломбировкой. Матрицы для создания контактного пункта. Вот на разные зубы. Здесь тут и средние. Так, это средние, средние, а это большие. Средние ставятся между премолярами, четвертыми, пятыми. Большие ставятся между шестыми и седьмыми зубами. Отсил. Это пломбировочный материал, классный для корневых каналов. Является силером при пломбировании корневых каналов с помощью гуттаперчевых штифтов. Срок годности хороший, отлично. Тут получается, идет шприц из двух половинок. Вот. Сейчас я открою. И уже на блокноте непосредственно выдавливается основная паста и катализирующая. Смешиваются, и уже идет реакция застывания. Застывает в течение 72 часов. Очень хорошо вносится каналонаполнителем в корневые каналы. И перчатки Эско. И очень странно, что на этом сайте не было масок. Поэтому мне пришлось маски. И что-то я еще не помню. Что-то я заказала еще на другом сайте. В общем, маски и какую-то еще ерунду. Не помню. Так, сейчас померяем. Какие они. Хорошенькие. Кончики шершавые, не скользкие. Класс. Вот, 6-7 размер Эско. Это для меня. Хотела, конечно, розовые. У меня сейчас розовые заканчиваются. Но не было. И цена хорошая перчаток. Всего лишь 136 гривен. Когда-то перчатки в бум коронавируса были по 500, по 600 гривен. Вот так. Так что покупочкой довольна. Все нормально. В АТБ заходили, купили яйца, а бананы Сони и еще два. И еще две пасочки купили. АТБшные паски очень вкусные. Давно, ребят, не было воздушной тревоги. 10 часов вечера мы сначала услышали бубух. И минут через 10, вот только сейчас, включили воздушную тревогу. Написали в киевской группе, что что-то сбили, а что неизвестно. Как-то странно. Сначала сбивают, потом тревогу объявляют. Мы с Лешей будем устраивать ночной дежур. Я варю себе рис и печенка, которую я тушила, печень. А Леша варю макароны снова. Понравились ему макароны. И паштет будем. Потом чай попьем.
Ну, если все нормально будет, конечно. Хочу сказать по поводу Торецка. Сегодня снова очень громкий день с электричеством. Электричество включили где-то, ну, днем, наверное, начали подключать город. Да, опять сутки они были без электричества. Сегодня очень громко и шумно в стране Новгородска, Нью-Йорка. Больше нет у меня никакой информации. Родители сказали, что в той стороне было очень-очень громко. Вот так. Буду с вами, ребята, прощаться на сегодня. Всем желаю мирной, тихой ночи. Завтра Лёша, кстати, идет на работу с самого утра. Ему в 5 часов вставать. И я завтра еду на работу во вторую смену. Так что завтра Софиюшка у нас сама остается на хозяйстве. Я приеду где-то в 8:30. А Лёша вообще к 11 будет завтра. Завтра у них много банкетов. Все, ребятки, до завтра. Пока-пока.